повыше. Тут там 2500. Тут излюбленные места Улар. Такие отдельно стоящие скалки. Вот, и много таких пастбищ. Будем искать. Вот сюда прилетели два Улара. Сидят на этой скале. Свежий след. Вот 10 часов мы вышли на господствующую высоту. Те два улара, которых мы скрадывали, нас заметили, улетели. Но мы наблюдаем большую стаю, где-то голов 16. Ну, там далеко, вот на вот этой шишке. Вот, и подкрасться к ним практически невозможно. Поищем еще. Вышли на водораздел. Тут уже много снега, поэтому одели белые масхалаты. Используя свист, определяем, где улары. Ну, приблизительно хотя бы. Вот где-то они там на противоположной стороне. Сейчас будем их искать. Вот, охотятся. Охота продолжается.
Ребята, это гималайский улан. Ёлки-палки, вот это да. Ой, молодец. Собака, молодец, собака. Так. Ну вот, по горячим следам случилось чудо. Значит, мы окружили большую стаю, порядка 30 штук, но они были так высоко улетели. А двойка, оказывается, села перед нами, передо мной. И когда я пошел догонять эту стаю, неожиданно эта двойка вылетела. Вот, и мне удалось одного добыть, второй, по-моему, упал. Сейчас пойду тоже искать. Спланировал на противоположную сторону, но так, по-моему, задел я его. Вот, ребята, победа. Семиреченская семерка. Финал. Гималайский улар. Казахстанское общество охотников, рыболовов, табигат, охотничье хозяйство Каракастек. Самая честная горная охота в мире. Вот сегодня у нас состоялась охота на гималайского улара, охотничье хозяйство Каракастек. Это горная индейка, очень ценная для охотника добыча. Вот. Видели порядка 70-80 уларов, от трех нам удалось добыть.